Все необходимое для оснащения судов можно найти в хорошо знакомом анапчанам магазине «Алмаз» на улице Толстого. Здесь очень широкий ассортимент оборудования, аксессуаров и комплектующих для катеров, лодок и яхт. Якорно-швартовое оборудование, дельные вещи, карабины, скоба, бушки, талреп, а также осветительное, палубное оборудование, электрооборудование, судовая мебель, масла и смазки для лодочных моторов. Причем все в наличии по доступным ценам. Что немаловажно, в «Алмазе» продается и все для ремонта, покраски и ухода за судном. Необрастающие покрытия, стеклоткань, полиэфирная смола и многое другое. Немало среди анапчан любителей рыбалки и отдыха на воде. Для них в продаже лодки ПВХ производства «Риф Англер», которые отличаются высоким качеством и продуманным расположением мест. А также подвесные лодочные моторы различных мощностей производства фирмы «Сиапро». В преддверии летнего сезона становится все более актуальным предложение товаров для обеспечения безопасности на пляже. Это страховочные жилеты, спасательные круги, информационные таблички, ограждения, зон купания и флаги. Также в «Алмазе» в продаже имеется широкий выбор спецодежды. Есть много необходимого, то, что в других магазинах не найдешь. Вот. Цены, в общем-то, здесь тоже такие приемлемые. В прошлом году я тут для катера купил помпу, веревку. Сейчас вот та износилась, еще одну хочу. Присмотрел еще спасательные жилеты. Приобрел двигатель в магазине. Ассортимент хороший, нормальный. Выбор есть. Так что можно здесь покупать. Отдел «Все для яхты катеров» магазин «Алмаз» находится по адресу Анапа, улица Толстого, 138, вход со двора. Телефоны 427-63 и 30405.